сторону здесь, не отпускаете. И вот таким вот образом раз, и проводите контратаку. Он у него, если это не подготовленный человек, он в любом случае, ну, поломается, как бы, да, хватка его на. То есть выводим из равновесия и наносим такой удар. Еще разок, то есть стоите, наносите в сторону. Раз, если вы жестко сделаете здесь, если он жестко бьет, он может вообще вылететь. Особенно если видите, как непрофессионал берет. Думаете, кто-то, если что-то нападает на вас, какое-то действие делает, он точно так же возьмет. То есть в сторону раз. Даже если вы порежете здесь, ничего страшного. У вас, во-первых, рукава могут быть. И здесь вот таким вот образом немножко поворачиваем, ручку держим и контратака. И все это быстренько вот таким вот образом. Если поднять руку вверх, у него, видите, то есть уже хватка не получается. То есть выпадет. И вот будем таким образом делать еще разок. В сторону отходим. Вот так вот. Ручка должна быть как деданная, как согнута. Раз. На себя немножко выводим его с равновесия и отвечаем контратаку. Встали. Ручки подняли. Опустили нажима. В сторону отводим. Выводим с равновесия и отвечаем ручку. В голову. Да. Потом локтем можно минутно воздействие на конец. То есть в эту сторону нам не это самое. Есть более интересные такие моменты. Видите? То есть, да? С другой стороны. Тоже когда собака хватает, то же самое. Раз, вверх, раскручиваем. И воздействие на кисть. То есть он здесь жизни не атакует. Раз. И плашмя. То есть, да, то есть получается, что он будет выжимать. То есть, когда вас схватили за руку, нет нужды как-то с ним бороться. То есть, вырываться уже можно довольно долго, правильно? Вот. То есть, мы немножко центр тяжести пониже, вырываем таким образом ручку. Так, силы здесь. Раз, раз, раз. То есть, по тем местам, по которым это интересно делать. Либо, то есть, хват может быть любой. То есть, взяла, бери. Жестко бери так, чтобы вот вообще, вот, то есть, крепко. Да. То есть чуть-чуть пониже, раз, вырываем, здесь вот, раз, и вот эти места сейчас укажем. Макота? Раз. Вот, схватили. В этой ситуации бороться не надо вообще совершенно. Мы просто берем назад, входим, руку режем, и тут мы тоже вот эти места. Сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.